человечности. Когда, несмотря на то, что там все люди нацелены на зарабатывание, меня поразил однажды пример. Я шел по Лондону и упал пожилой человек. Он просто упал, не знаю, пьяный, с сердцем плохо. Он упал напротив магазина. Я уж не помню, что там торговалось, но я помню, тогда меня настолько это поразило. Ну, собралась толпа, женщина из магазина выскакивает, это одна из продавщиц. Он лежит, этот старик, на земле, и она, значит, бежит в магазин, берет с витрины подушку, берет с витрины плед. Я как сейчас помню, цена на плед была практически 235 фунтов стерлингов, там ценник стоял. Она берет этот плед и накрывает этого дедушку на земле, подкладывает ему подушку. Ну, ему плохо стало, скоро приехал. Вот скажите, у нас бы какой-нибудь продавец взял бы за 15 тысяч рублей одеяло и накрыл бы им упавшего человека на улице? Нет. У нас вот этому надо научиться. Там это есть. И это я вижу там регулярно. Но у нас я этого... Нет, если я сам останавливаюсь, помогаю там кому-то, если получается там... Я вижу, что другие друзья мои это делают, там знакомые. Но это все равно не в том масштабе, в котором этого хотелось бы. Хотелось бы, чтобы это прививалось на уровне воспитания детей, что ребенок, если ты видишь, что кто-то без куртки, сними, отдай свою куртку. Ну, грейтесь вдвоем с помощью этой куртки. Вот этому, это без привязки к стране, этого у нас мало. Это есть, но этого мало. Но этого я в большем количестве вижу за границей, когда ты там уезжаешь. За счет чего, я не знаю, наверное, пока не нашел ответа.